Друзья, всем привет! Рада вас видеть на своем канале. И, наконец-то, у меня сегодня новое видео, которое все любят. И зрители, я сама это люблю, это распаковка моих новых покупок. Это не просто покупки, это я собрала трендовые покупки. То есть я специально покупала конкретные вещи, которые в тренде этим летом. Я сначала вам покажу, потому что их много, а потом сниму примерку, то есть как я эти вещи адаптирую в свой гардероб. И вы посмотрите на мне луки, как это смотрится. Надеюсь, я вас вдохновлю. Может быть, у вас появится желание тоже что-то точечно купить и плавненько внедрить в свой гардероб. Ну что ж, у меня тут целая куча. Ну вот вы видите немножко, да, верхнюю часть. Тут целая гора покупок. Давайте начинать. Так. Я прям не знаю, с чего начать. Ну, давайте начнем может быть, тут и обувь есть, и одежда, верхняя часть, и нижняя. Ну, давайте по порядку. Значит, больше всего покупок все-таки я совершила в Лайме. Не устаю восхищаться, это просто супер магазин, в котором можно такие луки собрать. Конфеточка просто получится. Так, значит, первая трендовая штука. Вы скажете, ну какой тренд? Ну сто лет. Ну да, да, все-таки вот эти худи, это не новинка, конечно, но обратите внимание на цвет. То есть я хотела поиграть с цветом. Поэтому вот в Лайме вот такой вот розовый худи с надписью. У меня есть юбка к этому верху. Посмотрите, как это выглядит в образе. Вот такая вещь. Так, значит, ну, кстати, раз уж мы надписи, да, вот тренд, это футболки, это худи, это в такой стилистике с надписями, это очень модно, поэтому, продолжая тему, у меня здесь есть футболки, тоже такие они под, видите, под гранж. Вот с такой, с крупной надписью. Эти футболки классно будет с юбками, с джинсами, с брюками. В общем, очень будет модно, стильно, современно. И вот еще одна футболка. Тоже с такой надписью. Кстати, вот эту футболку я купила в Зарине. Это Зарина. А что, вот они такие мягкие, знаете, вот приятные на ощупь. А вот это, вот эту первую, эту я заказывала на Валберис. Так, поехали дальше. Сетка. Супер тренд, прозрачность и разные такие интересные сетчатые футболки, там лонгсливы, вот так, вот такой. Я не знаю на самом деле, как я буду его. Ну, понятно, что придется сверху что-нибудь одевать. Скорее всего, это будет жилет. Но тем не менее, это актуально. Я надеюсь на интересный образ с ней. Ну что ж, продолжаем. Давайте теперь посмотрим юбки. У меня тут две юбки. Первая это леопард с
супер тренд летний. Фантазия, в общем-то, здесь можно и юбки, и верха, и обувь, и сумки, что угодно. Поэтому я взяла юбку. Юбку, и хочу ее попробовать собрать с ней комплекты, как более такую расслабленную комплект. И, ну, например, там с футболкой, да, и с кроссовками. И более нарядную. Вот такая классная юбка. Это лайм. Следующая юбка. Это вот я купила в таком магазине Lucio. Кстати, первый раз я туда зашла и была удивлена. Удивлена, почему я раньше туда не заходила. Очень интересный ассортимент. Такой более женственный. И есть размеры. Размеры 50, 52. Как раз то, что надо. Ну, давайте посмотрим. Значит, следующий тренд — это у нас бельевой стиль. Ну, это тоже не новинка. Он очень сильно уже укоренился. И действительно, классные вещи в бельевом стиле. Платья, юбки. Очень хорошо можно создавать, комбинировать с разными верхами, низами и создавать очень классные образы. Поэтому, ну, здесь опять же я тоже решила, знаете, не черную банальную юбку или бежевую, а я нашла себе оригинальный цвет вот в этом магазине. Посмотрите. Она такого, ну, даже не знаю, коричнево-бордовый цвет. Она длинная, в пол. Вот крой по косой. То есть эта юбка, вот просто универсальная вещь. Сможете одеть совсем. С чем я ее буду носить? Рубашка, естественно, комбинация с рубашкой, с жакетом, с жилетом, с блузкой, ну что вы, туфли на маленьком каблучке Kitten Heels, кроссовки, кеды. Супер универсальная вещь. Так, поехали дальше. Давайте перейдем к рубашкам. Так. Ну, естественно, голубая рубашка. Я ее привезла из поездки в Дубай. Там я ее купила в магазине Zara. Голубая рубашка — просто универсальная вещь. Под все будет вам. Ну, я уж не говорю с джинсой, да. Можно с любой джинсой одеть. С юбкой, кстати, я смогу ее одеть, я вам покажу. С этой же бордовой будет очень хорошо смотреться. То есть рубашку можно как блузку использовать, да, заправлять в юбку. Можно в расстегнутом виде, как второй слой. Под низ можно одеть какой-нибудь топ. Да, классно будет. Вторая рубашка похожая. Это мой любимый лайм. Тренд, тонкая полоска. Вот эта рубашка в тонкую серую полоску. И, как я люблю, вот здесь впереди жабо. Видите, у меня и та была с жабо, и эта. Тоже классная вещь. Можно комбинировать буквально со всем. Ну, наверное, я вот представляю, самый крутой будет образ, если подобрать вот такой светлый летний льняной костюм и с этой рубашкой. Супер будет. А, я прям уже намечтала. Вот такая рубашка. Дальше поехали. Еще есть одна рубашка и тоже
супер тренд клетка. Клетка. Сейчас их носят и на себе, и повязывают на пояс, и разные там комбинации. Хотите в спорт, хотите более в casual. Вот я выбрала такой, видите, расцветку универсальную. Она светлая, тут несколько цветов для комбинации, то есть можно будет поиграть в образах. Так что вот. Так, дальше. Теперь, ой, я совсем забыла, знаете, про что? Вот, лен. Сейчас просто как зайдешь везде, лен, лен, лен. И такие есть интересные вещи, костюмы, юбки, платья, сарафаны, чего только просто. Я себе в Лайме купила юбка длинная, прямого кроя, карандаш, шлица сзади. Вот такую юбочку, значит. Потом лен, значит, у меня еще есть жилет. Кстати, если вы следите за моими видео, там у меня был короткий, я делала в магазине, в примерочной, обзор. Юбка, вот такой жилет льняной. Тоже можно будет мне несколько даже образов придумать. Так, что касается жилетов, значит, есть у меня вот еще один жилет. Be Free. Я стала очень часто туда заходить с некоторых пор. Мне очень нравится. Бренд очень сильно изменился. И, ну, очень много таких трендовых, современных. У них модели такие современные, интересные коллекции. Поэтому не проходите мимо, заходите. Иногда там можно что-то интересное. Очень много катона. Поэтому я там у них взяла вот такой жилет. Голубой деним. Жилет, тренд, тренд, лето, поэтому имейте в виду, приобретайте жилеты, они могут быть и катоновые, они могут быть и такой костюмной ткани, и даже трикотаж. Это все остается очень-очень современно. Будете выглядеть супер. Так, значит, а, вот, лен, лен, лен. Еще я заказывала себе на сайте Войше. Мне понравилось, что у них доставка буквально, по-моему, через пару дней. Там можно на выбор заказать несколько, до 5 вещей, примерить и потом оплатить. Очень удобно. Поэтому я заказала себе тоже костюм. Но это уж такой более летний. Опять же, посмотрите цвет. Тренд сезона, винный цвет, натуральный лен, костюм, рубашка и шорты. Вот такие шорты. Вот такая рубашка. Кто смотрел мое видео из ЮАР, моя поездка? Я одевала уже этот костюм, так что посмотрите, как он выглядит. Мне очень нравится, особенно цвет, очень классный цвет. Вот, пожалуйста, еще один тренд. То есть вы видите, да, что мои все приобретения, они вот практически все трендовое. Так, ну что, из одежды все. Давайте, что у меня по обуви. Значит,
по обуви. Вот, значит, мы тоже, значит, тренд сезона – это балетки. У меня они вот такие, в дырочку. Я их купила в H&M в Дубае. Очень актуальная вещь. Они могут быть кожаные, могут быть плетеные, они могут быть из ткани. Разные варианты, что, кому что нравится. Тоже примерю, посмотрим образ. Следующая моя покупка, которую я привезла. И тоже это актуально, причем это было и в прошлом году. Это не такой, знаете, не такая уж прям супер новинка, но тем не менее актуально. Это такие как они называются? Шлепанцы. Очень красивые. Я их тоже планирую с юбкой. В общем, это универсальная вещь, универсальная обувь. Ой, точно. Вот такие штуки, которые можно очень классно делать с ними образы. Посмотрим. Я покажу вам, что как получится. Ну, и коричневый цвет, и золото. Классненько. Так, следующие. Я пару обуви. Я заказывала на Валберис. Это фирма View Today. Очень красивая обувь. Это вот такие Саба. Я их взяла в светлом цвете, потому что, ну, считаю, они больше будут комбинироваться. Светлый. Вот такие открытые. Обратите внимание, какой интересный каблук. Форма. Интересно, и он очень удобный, устойчивый, такой небольшой. Вот такие Саба. Так, что еще вам? А, вот, еще привезла я две сумки. Смотрите, сумочка такая в виде редикюля. Ну, сразу видно, да, по такой орнамент африканский. Мне кажется, это очень будет оригинально смотреться. Необычно. Это вот прям будет супер-супер. Аналога не будет точно ни у кого. И вторая просто маленькая сумка для телефона, но она может служить и как такая, знаете, стильная вещь. Просто ее вот так вот носить. Будет интересно. Это для телефона сумочка. Я ее купила в этом Victoria's Secret. Так, ну что же, все, я вам все показала. Теперь давайте все это примерим и посмотрим, как это все выглядит в образах.
Ну что ж, друзья, это был последний мой образ. Я применила все свои покупки в гардеробе. Много было образов. Я надеюсь, вам понравились комбинации. Я надеюсь, вы обратили внимание, как они собраны. Может быть, что-то вам пригодится, будет полезным. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки. Всего вам доброго. Пока.